Пострашнее. Повыше. Дерлис, хороший пример на такой-то высоте. Неплохая игра. Вот такие иногда удивительные игры. Со своими правилами, со своей импровизацией. Да уж, на них действительно можно смотреть вечно. Вечно как на небо. А знаете, в звездном небе есть созвездие Дельфина. Друзья, мы это еще не один раз вам докажем.